А мы продолжаем принимать гостей в нашей новгородской студии. И у нас в гостях Алексей Брумин, ведущий эксперт ядра рабочей группы 2035 рынка НТИ Фуднет, эксперт трека «Новые форматы образования в университетах». Ну, Алексей, здравствуйте, добро пожаловать, рада вас очень видеть. Добрый день. Первый вопрос, вообще вот первое впечатление от архипелага. Самое первое впечатление, что это другое. Это не то, что было. Ну, вот у меня до этого было самое яркое впечатление. Это остров 1022, это Сколтех, это такое где-то футуристическое, как бы сама обстановка внутри. Здесь мы оказались совсем в другой истории. Это исторический город. Я никогда не был в Великом Новгороде, но всегда хотел сюда попасть. Второй вопрос. Знаете, такая вот история, как у профессиональных спортсменов и артистов. Гостиница, аэропорт, концертный зал или стадион и домой. Но вот надеюсь все-таки вырваться и посмотреть, не только будучи внутри, но и снаружи на этот город. Ну и, конечно, обстановка интенсивная, как на интенсиве, как по-другому. Ну, я надеюсь, у вас получится посмотреть город. А также помните, что сегодня в 23.00 уникальное шоу дронов. Тоже не забудьте его посмотреть. Ну и вы все тоже, дорогие зрители. А, Алексей, вы эксперт трека «Новые форматы образования». И уже немножко поработали, да, с группой. А чем планируете делиться? Какими знаниями, какими, может быть, технологиями, форматами? Ну, тематика нашего субтрека, то, где мы будем с моим коллегой, с Максимом Бондаревым из ЮФУ, оказывать эту экспертную поддержку, это сетевые программы магистратур НТИ. Ну вот мы надеемся такой, как бы, да, инсайт, что так как я представляю рынок Фуднет, что мы сформируем все-таки консорциум по вузов для магистратуры сетевой, не только вузов, надеюсь, индустриальных партнеров и банков именно по Фуднету, значит, коллега надеется на эту нетовскую историю. Если будут инициативы и желания и привлечь и другие тематики для таких магистратур, то вот надеемся, что такое получится. Наша самая главная задача – это в рамках того, что происходило здесь, в рамках «Форсайта столетия», в рамках тех лекций, которые Дмитрий Николаевич читал, и то, что вот мы здесь слышим, наша самая главная задача все-таки – ключевое слово, да простит меня платформа НТИ, все-таки здесь ключевое слово сетевая. Важно, чтобы мы поняли здесь, на архипелаге, вот в этих условиях, что только вместе, только объединяя ресурсы, вот свою энергию, желание что-то сделать, мы действительно можем противостоять тем вызовам. В Алексей, одиночку это невозможно. Алексей, как вам кажется, какой процент людей вообще в образовании, сейчас я беру не тех людей, кто находится на архипелаге, а вообще российское образование целиком, вот какой процент вот готов к этим сетевым форматам и сетевым эффектам? Ну, я не возьмусь здесь, вы уж меня простите, пожалуйста, да, за такую, как бы, оценку. Я думаю, что, к сожалению, не очень большой. И наша задача постепенно его увеличивать. Но я думаю, здесь не мы, жизнь поправит. Но вот кто думал, все так говорили, ой, вот это дистанционное образование, да это так сложно, да это так долго. Бац! Завтра, 16 марта, приказ 17-го делаете, да? И все нашли, не сразу, со скрипом, плакали, кололись, но выходили в эфир. Но это же случилось. Поэтому думаю, что жизнь заставит. Да, ну, будем надеяться, что не только через БАЦ, но и через какие-то вот такие форматы. Ну, через архипелаг тоже, да, да. Если говорить как раз про работу трека, да, то какие тоже впечатления, какие люди приехали, может быть, не знаю, вот что удивило вас на данный момент? Ну, видите, сегодня и вчера это еще пока общая работа, и мы, как эксперты, мы просто ходим между группами, смотрим, слушаем, мы слушаем то, что как выступают наши коллеги, рассказывая, вводя как бы в эту всю историю. Приехали, есть и ректоры, не очень много, но есть. Но ректоры, понимаете, если ректоры, они охотнее бегут на трек вузы как институты развития, потому что, ну, там все-таки они должны соответствовать здесь. Но здесь проректоры, ректоры забегают. Настрой есть. Те, кто приехал, мне кажется, среди них, ну, вот таких насильно посаженных в поезд с закрытыми глазами, и что тебе в Новгороде все расскажут, мне кажется, совсем немного. Я таких не видел. Я думаю, что все-таки здесь люди приехали,
Ну, их сразу видно, те, кто приехал не на первый интенсив и остров, да, их сразу видно, значит, но и те, кто первый раз здесь окунулся, все-таки они приехали, мне хочется верить, с таким, ну, как бы, желанием в это окунуться. Угу. Алексей, вы из Самары, да, это ваш родной город, и хочу сказать, что на архипелаге самарские студенты показали один из лучших результатов именно по проектированию разных стартапов. Вы причастны к этому, скажите честно? Ну, вы скажите, какие проекты, я не знаю, не помню все проекты. Ну конечно, причастен, а как же без нас? Угу. А вот в чем секрет? То есть, вот как сделать так, да, чтобы в российских вузах количество стартапов, которые делают студенты, ну, действительно увеличилось кратно? Должна быть, это очень сложная история, должна быть создана такая предпринимательская среда в вузе. Это вот приказом ректора она не появляется, это очень большая и серьезная работа, само отношение людей. Ну, я уверен, что одним из моментов именно появления это проектно-образовательные интенсивы университета ИНТИ-2035. Вот это прошедшее... Ну, о них мы поговорим чуть позже, да? Но вот вы говорите, приказом ректора это не появляется, да? Нужна предпринимательская среда, говорите вы и не только вы. Но на самом деле я не могу сказать, что за последние годы очень сильно что-то изменилось. Вот все-таки чего не хватает? Вот что нужно действительно сделать в ближайший год, ну, чтобы мы действительно получили ускорение? Ну, смотрите, все-таки должны быть институциональные изменения определенные, что... И как-то меняться и нормативка, как говорят мои коллеги, потому что, чтобы все это вписывалось. Ну, я вижу, что желание Министерства образования, науки и высшего образования к этому есть, и посылы очень серьезные в эту сторону, и желание, чтобы такие истории, как стартап, как диплом, их становилось все больше и больше. И здесь это должна быть... Ну, опять, должна быть среда, должно быть, чтобы ребята понимали с первого курса, что это интересно. А если вся наша с вами как бы мечта, что не зря кружковые движения, что вот они оттуда шли максимально охватывать, что приходили ребята уже как бы вот с этим посылом и подхватывались их мысли, чтобы они могли окунаться дальше в проектную деятельность. Мне кажется, так. Угу. Хорошо. Немножко поговорили про предпринимательство, да? Теперь, если опять же посмотреть на российскую систему образования целиком и подумать о том, а что нам нужно, чтобы оно стало лучшим в мире, то что бы вы посоветовали? Ну, я посоветовал бы все-таки действительно еще большую гибкость. Может быть, не так, как сегодня вот прошла уже встреча, и там такой баттл с выступлением ректоров в 14:00, и там звучали мысли, а вот отменить Рособорнадзор. Значит, ну, совсем отменить, я считаю, неправильно. Значит, иначе мы тогда вообще потеряем весь контроль. Но сделать его таким экологичным и дружелюбным, значит, это было бы хорошо, потому что вот те... Вот представьте, вот сейчас пройдет наш трек, да, вот второй, третий так, и наш трек «Новый формат образования». Мы же будем проектировать то, чего нету, иначе бери приказы и делай то, что есть. И, соответственно, будет определенный разрыв и определенные барьеры. Вот важно, чтобы к этим барьерам отнеслись, и действительно эти барьеры можно было бы решить, чтобы вот это желание... Я считаю всегда так, и когда работал в ВУЗе, и сейчас что... Нужно действовать по принципу Парето, 80/20. Нам нужно находить 20% людей, проектов, инициатив, которые дадут нам 80% результата. И если мы вот нашли эти 20%, уж давайте все вместе навалимся на них и получим 80% результата. Это несложно. Ну да, будет здорово, если мы действительно все навалимся на это. Но давайте теперь про Foodnet поговорим. Да, рынок Foodnet достаточно круто стартовал, да, после форсайта ИНТИ 2.0. Да. Очень много интересных инициатив, проектов. Ну, такая сильная команда, действительно. Вот ваша ставка из точки сейчас, да, вот на что вы ставите, с одной стороны, а с другой стороны, чего вот, ну, технологического, да, не хватает, чтобы действительно перейти на следующий этап и какой-то прорыв совершить? Ну, смотрите, мы сейчас, ваш вопрос... Про проект «Маяк» или не обязательно про проект «Маяк»? Это как хотите. Как хочу. Ну, давайте так. Проект «Маяк» есть, и он заявлен. Это кибергектар. Это такая комплексная цифровизация процесса. Ну, в данном случае, если мы говорим гектар в растениеводстве, потому что у проекта «Маяка» должны быть все-таки и ощутимые, и близкие результаты. То есть проект «Маяки» — это то, что мы должны сделать сейчас —
общество не будет ждать 1935 года, а что мы там напридумали. Нужно уже показывать результаты и сейчас, и в динамике, и в развитии. То есть вообще проекты «Маяки», на мой взгляд, я это тоже предлагал, я говорю, это вообще такое онлайн-реалити-шоу должно быть, что за нашим тем пилотный хозяйский гектар должна стоять камерой в прямом эфире, что там каждый день происходит. Прозрачность должна быть абсолютной, что не то, что это разошлось по каким-то компаниям и фирмочкам, а это действительно такая как бы государственная инициатива, бизнес-инициатива, как бы поддержанная государством. Вот. Это если мы говорим про цифровизацию процесса, я очень рад, что даже уже сейчас в период прохождения «Архипелага» на втором такте мы определили этот проект «Маяк», об этом заявили 4 числа, а вот сейчас несколько регионов, допустим, вот Ростовская область уже включает кибергектар вот в свою ставку, вот сейчас разрабатывает проект. Мы, вот я приехал к вам буквально с зумы с ними, то есть очень плотно. Мордовия собирается тоже вот уже а два слова вот для человека. Давайте представим, что сейчас нас смотрят люди, которые ну, не совсем да, полностью в повестке, и вдруг они вот нас включили, увидели и слышат такое красивое слово «кибергектар». Это вообще про что? Что обычным людям с этого? Что обычным людям с этого? Что? Цифровизация процессов в сельском хозяйстве. И вот здесь... Что такое, давайте так, что такое цифровизация? Нет, подождите, нет, это мы слишком далеко идем. Что такое кибергектар? Ну, без этого, давайте так. Давайте. Потому что оно стало немножко таким ругательным словом, таким модным и сразу затертым. У нас там много чего было. Коллективизации пошло. Да? Вот здесь посмотри историю российского государства. Так вот, цифровизация, всегда тоже говорил, это инструментарий. Она не заменит, то есть растение как росло, ему по-прежнему будет нужна влага, солнце и так далее. Животное нужно кормить, независимо от того, оцифрована эта история, либо не оцифрована. Но цифровизация – это тот инструментарий, который позволяет сделать процесс более планируемым, прогнозируемым и управляемым. Не то, что посеяли, выросло, ах, не то сделали, да. А что вносить все эти изменения по ходу и понимать, что и кибергектар – это максимально оцифрованный гектар, как датчиками, средствами измерений, информационными системами, движемся к беспилотным сеялкам, тракторам и так далее. Вся телематика, все снимки с дронов, снимки из космоса и самое главное, платформа, и самое главное, система, единая система данных, чтобы все данные друг с другом стыковались и были открытые сервисы. И эти открытые сервисы конкретный сельхозпроизводитель мог выбирать тот сервис или иной. И это вот именно вот это и есть кибергектар. И вот вопрос, смотрите, да. Это скажется на производительности труда или на это вкусе скажется, и качестве еды? Но мы хотим, что на всем. Давайте так, это позволяет от 20 до 30% снизить издержки, полная оцифровка процесса, и, соответственно, поднять доходность, выручку тоже на те же самые 20-30%. Но мы движемся дальше, мы хотим, потому что у нас в Фуднете не только умные и высокопродуктивные сельское хозяйство, медсегмент их 5, а у нас еще есть персонализированное питание. И нам очень важно, чтобы, когда мы уже дойдем, а мы уже работаем над цифровыми двойниками растений, значит, соответственно, и животных, что мы смогли управлять процессом выращивания и формировать, собственно говоря, состав этого продукта, там, больше цинка, больше условно, больше селена и так далее. И тогда это будет сказываться не только на вкусе, но и на здоровье человека. Здесь у нас очень такое тесное переплетение с холстнетом. Алексей, а вот студенты, да, студенты аграрных вузов, которые работают с технологиями для аграрного сектора, вот насколько им вообще интересны новые какие-то модели, методики, да, насколько они активно в это включаются, или они просто, ну, знаете, как сказать, по привычке, да, существуют в старой парадигме? Что воля, что неволя, да. Ну, смотрите, во-первых, все студенты разные. Давайте так. Смотрите предыдущую часть нашего выступления про принцип Парето. Вот так вот. Студенты разные. Нельзя говорить, вот в наше время, да, а вот сейчас не то. В каждом времени есть разные студенты, разные люди. И мы ориентируемся на тех все-таки, на тех ребят, кому интересно. А есть, такие ребята есть, им важно просто зажечь глаза. Иногда они вот есть, они просто не знают, что им делать и так далее. А ты, если помог, провел проектно-образовательный интенсив, зажег ребят, подбросил им тематику фуднетовских проектов, и ребята за 3 месяца делают прототипы, понимаете? Ребята есть, и им интересно.
Но важно, чтобы они действительно окунались не в моду, что да, теперь у нас все цифровое, да, вот, вот ничего не цифрового нет. Вот аналоговые просто вот, ну, это неприлично, да, я неприлично аналоговый. Да. Значит, нет, все прилично цифровые. Вот, чтобы это было действительно полезно, реализуемо, они чувствовали заинтересованность, ну и дальше как бы акселерация, чтобы могли дальше их подхватывать в стартапы. Не обязательно всем сделать стартапы, кто-то может уйти работать на хозяина, но если хозяин хорошо платит и тоже в инновационную компанию, каждый может найти свое место. Угу. Не надо, на мой взгляд, крамольные ли слова, не знаю, не надо тащить за уши в светлое будущее всех. Можем оторвать уши просто, или руки устанут, вы понимаете? Нужно работать с теми, кто хочет. А с теми, кто не хочет, вы оказываете социальную функцию. Довели, диплом дали, устраивайся как хочешь. Угу. А те, кто хочет, тех берем. Давайте поговорим про тех, кто хочет. Вы уже упомянули образовательные, проектно-образовательные интенсивы. Да. И вот пройдет архипелаг, наступит учебный год. Да? Да. Что нового ждет студенческие команды, в том числе в Foodnet направлении, с точки зрения проектно-образовательных интенсивов? Ну, что ждет? Я вот всем вузам, которые еще не готовы, анонсирую, что 18 числа августа у нас пройдет уже крайняя презентация для вузов, для тех, кто хочет войти в проектно-образовательный интенсив, пройдут. Вузы подадут заявки, соответственно. Мы ждем студенты до 1 сентября, мы их не будем трогать. Здесь мы проведем школу организаторов, школу проектных наставников. С 1 сентября начнем информировать ребят. И у нас будет больше тематических треков. Это не только Foodnet. Sportnet очень активный. Вот сейчас заявился просто чудесная команда Sportnet. EduNet. Думаем, что HealthNet по-прежнему будет с нами. Надеемся, что не только рынки, но и центры компетенции. Новый центр компетенции Фотоника. Очень интересное направление. Тоже намерены подать здесь заявку, чтобы по Фотонике много вузов, которые работают здесь, что ребятам будет что выбрать, и мы надеемся, что постепенно количество тематических треков увеличится. Станет неприлично рынку НТИ не иметь свой тематический трек, но просто засмеют в платформе. Да? Ну, хорошая перспектива, но давайте так, сделаем ставку, да? Да, давайте. Сколько студентов в 2021 году поступит на проектно-образовательный интенсив? Ну, я думаю, 1000-3000 наберем. Угу. Из скольких, сколько всего студентов в России? В стране? Да. Ну, не знаю, не пересчитывал. Вот, простите. Ну, много. Давайте так. Если вы хотите мне подсказать, что процентное соотношение просто неприлично мало, да. Но начинаем с этого, а здесь дальше остальные как бы потянутся. Давайте так, давайте с этим. Я так скажу. Здесь должно быть не столько количественный, это качественный охват. Сколько мы можем реально потянуть именно теми ресурсами, которые у нас есть, не безграничными. Но самое главное, важное, это не то, что мы их не бросили. Помните, как у Сент-Экзюпери, мы в ответе за тех, кого приручили. Mm-hmm. Если они попали к нам в систему, там, не в кружковом движении, это же идеально, что должны уже скоро подойти оттуда, ребята, что, значит, здесь пришли на интенсив, чтобы дальше мы их не потеряли. Вот это самый важный, на мой взгляд, момент. Mm-hmm. Хорошо. Тогда давайте вернемся к тому, с чего начинали. Вернемся. Да, и уже будем потихонечку завершать наш эфир. Поговорили про форматы новые. Да? Да. Вот вы сказали про сетевые магистратуры, про вот эти сетевые форумы. Вот как вам кажется, все-таки за какими форматами обучения будущее? Вот что нужно людям, да, для того, чтобы и они больше втягивались, да, и активнее становились и предпринимателями, и просто хорошими работниками, да? Вот именно с точки зрения форматов, что нужно не еще? Не знаю, я считаю, я бы не так сказал, Ирина. Я считаю, что будущее за качеством, неважно в каком форме, онлайн ли, офлайн ли, сетевой, не сетевой и так далее, я все-таки считаю важно за качеством и за то, что это действительно достойный контент с хорошим отношением, и потом это все действительно пригождается в реальной жизни, в реальном секторе. А остальное, еще раз скажу, как цифровизация, это инструментарий. Да, он должен быть современный, удобный, но жизнь все равно расставит. Не идет, ну просто вот, понимаете, рынок, не придут. Ни здесь, не выберут, не поставят галочку, выберут другой контент. Все. Угу. В чем проблема? Хорошо. И завершающий вопрос у меня будет такой. В 100-летний горизонт Foresight, вы уже тоже его сегодня упоминали, и в кулуарах вокруг этого действа были разговоры о том, что через 100 лет люди перестанут есть мясо, да, а будут синтезированное мясо, либо какие-то другие продукты, вот, и вообще животных перестанут убивать. Что вы про это думаете? Верите ли вы в этот прогноз? Да.
Но я вам так скажу, я считаю, что постепенно будет меняться соотношение между, если вы спрашиваете про мясо, мясом, полученным естественным путем, и растительным мясом, либо мясом из биореакторов. Но я считаю, что опять всегда должен быть выбор. Просто, допустим, цена этого мяса естественного будет постепенно расти, этого снижаться, а дальше, ну, вы выбираете, как вы хотите. Я думаю, что все равно, как бы, человечество выберет то, что нужно, и люди сами определят. Надо создать возможности. Я мог бы еще много на эту тему поговорить, и как мои коллеги, но вы понимаете, прям у нас есть еще 30 секунд? 30 секунд. 30 секунд. Вы понимаете, что когда я вот рисую на встречах, и вот все говорят, да что ж ты, кошмар какой нам рисуешь? Я говорю, понимаете, вы знаете, какое количество людей на планете нереально голодает? И встает проблема решить это и накормить этих людей. И вопрос, кто это сделает и кто заработает на этом? Мы, спасая людей, ну таки заработаем. Или это сделают другие? Какие наши шансы? Ну, наши шансы, ну, читайте НТИ, мы должны к 35-му году занять определенный процент на мировом рынке, мы должны это сделать. Отлично. Уверена, с такими людьми, как вы, мы сделаем это точно. Спасибо большое, что посетили нас. Спасибо. Спасибо вам за приглашение.